Ведь мы потеряли столь неизмеримо много, что сейчас это даже трудно себе представить. Мы потеряли практически всю творческую интеллигенцию. Практически. Что для меня нация – это ее культура. И русская культура такая большая, и в ней участвовали столько разных именно национальностей, из которых была Россия создана и так долго уже была, что я считаю, что мы должны только быть русской культурой. Ремезов, как вы знаете, в общем считается во Франции одним из лучших европейских писателей 20 века. И это, несомненно, один из лучших русских эмигрантских писателей наряду с Буниным, с Мережковским, с Набоковым. Я считаю, что все-таки немножко преувеличен, когда говорит, что уж так все голодали в эмиграции. Нет, жили очень скромно, очень неприспособлены были. Ни у кого из нас нет своих квартир купленных. Теперь же уже не все купили все квартиры, которые приехали. Поэтому не нужно отождествлять то, что происходит у человека в душе, из чего растет искусство, с тем, что произошло с искусством. Человек, который очень привязан к своей стране. Ну, громко говорить к своему народу, надо спросить, у народа, а нужен ли ты ему? Вот. Но, во всяком случае, я часть этого народа, из самого его массового слоя. Я, может быть, кричу этим 100-миллионным ртом, потому что за них еще никто не кричал. Понимаете? Потому что я плоть от плоти этого вот самого массового слоя нашего общества. И я человек привязанный и к своей родине, и к ее проблемам. Я и сегодня живу только этим, живу тем, что там происходит. Владимир Иванович, ну, конечно, первый вопрос, который бы мне хотелось вам задать, такой. Сейчас у нас в стране очень большой интерес именно вот к литературе русского зарубежья. Печатаются в журналах, выходят отдельные издания, книги, которые когда-то 20-15 лет тому назад считались книгами запрещенными, которые читала все-таки только некоторая часть наших читателей. Сейчас это все возвращается, печатается.
интерес наших читателей огромный. И, конечно, мне хотелось бы узнать, когда все-таки ждать читателям, когда будут опубликованы и ваши романы, ваши повести, потому что пока их мы не видели на странице вашего романа. Да, я вам должен сказать, для меня это, собственно, мало что изменилось. Но это в конечном счете, может быть, зависело в некоторой степени от меня, потому что я считал для себя до тех пор, пока правительство не признает незаконными все лишения гражданства в отношении деятелей литературы и культуры, я просто не имею на это морального права. Возвращаться в качестве отщепенца и предателя. То есть это уже от вас зависит, да? Вы считаете? Ну, я не знаю. Угу. Это я предполагаю, что если бы я согласился и раньше на это, то, возможно, я бы уже имел какие-то предложения. Я так предполагаю. Но со своей стороны, во всяком случае, если бы мне предложили, и у меня было несколько небольших предложений, я ставил такое условие. Теперь это состоялось, и я дал согласие на публикацию вот своих вещей. Первая уже, кажется, вышла, это пьеса в таком журнале «Современная драматургия». Вот. Что-то затевалось даже в МХАТе, потом это, знаете, как бывает в театре, что-то случилось. Но в целом это все-таки не изменило моего положения. Ну что же, признали не незаконным лишение гражданства, но в конечном счете, как я вам уже сказал в предварительном разговоре, я же сижу здесь 16-й год, почти 16 лет, за то, за что теперь дают ордена и выбирают Верховный Совет. Вот когда это, Колюш, когда морально, наконец, и окончательно, и гражданский правительство и общество реабилитируют людей, подобных мне, вот тогда для меня ситуация изменится. А я думаю, она не изменяется не потому, что правительство не хочет. Они хотят те, которые нас сюда выталкивают. Потому что тогда им волей-неволей придется признать свою вину перед нами. И вы знаете, я против суда над кем-то. Я против суда, потому что никто никого судить не волен. Я только за то, чтобы каждый человек, если он действительно изменился, в том числе и писатель, сказал бы о своем прошлом. Я, например, считаю, что я не отличаюсь ничем от своих коллег. Абсолютно ничем. Я такой же, я во всем соучаствовал. Понимаете? Ну, когда ты все делал. В 60-е. Все было в моей жизни и до 60-х. И до того, как я уже пришел в литературу. Давно оккупированная страна. Вы посмотрите, что он говорит. Это короткая фраза. Когда я говорю о всеобщем моральном разложении, я имею в виду всех нас. Потому что все мы привыкли к тоталитарной системе. Принимали ее как неизменный факт, и тем самым способствовали ее сохранению. Иными словами, хоть и в разной степени, на всех нас лежит ответственность за то, что она сохранялась. Никто из нас не является только жертвой, так как все мы помогали ее создать. Но вы знаете, Владимир, вот с этого-то и начинается возрождение общества. Иначе ничего не будет, если мы не признаем своей личной вины о том, что произошло с нашей страной. Вы знаете, по сравнению с товарищем Сталиным, мы все святые Себастьяны. А вот на себя в зеркало посмотреть пока что никто не хочет. Но ведь были и все-таки другие писатели, которые не участвовали ну, ни в каких таких, так сказать, официальных мероприятиях, которые работали, писали. Об этом можно сказать. Понимаете, и писали, в общем-то, то, что они могли написать. Вы знаете, эти другие писатели. Об этом можно сказать словами большого поэта. Нас мало, нас может быть трое. Их было очень мало. Но когда я говорю о тех людях, эти строки сказаны о тех людях, которые действительно не соучаствовали. Я же сейчас говорю о соучастии в более широком плане. Угу, эти деревенские писатели были и комсомольцы, и некоторые из них коммунисты, и партийные люди. Они тоже должны взять на себя
часть ответственности, несмотря на то, что их вклад я не преуменьшаю. Я считаю привычное дело Белова классикой русской литературы. Для меня несомненной классикой в последнем поколении наших писателей является Маккернин, Двор, Солженицын, привычное дело Белова и верный Руслан Владимиров. Это я считаю несомненной классикой. Я очень высоко отношусь к такому писателю, как Астафьев. Это просто замечательный писатель. И я отдаю им должное. Но когда я говорю о признании всеобщей вины, я вкладываю в это более широкий смысл. Даже те, кто молчал, виноват. Даже те, кто ничего, казалось бы, не делал, виноват, потому что уже сживался с этим. Общество оказалось жертвой утопического соблазна. И нам бы всем и начать вот с того, о чем говорит Гадер. С признания всеобщей вины за то, что произошло. Свалить на что-то и на кого-то – это не выход из положения. Поэтому, что касается писателей, здесь я мог бы вам привести куда более, так сказать, обширный список писателей, которых я ценю, которые как раз Путину какая относится? Оказали, то есть, во всяком случае, большой вклад сделали в современную русскую литературу, и которые живут там, и которые, ну, в силу своих возможностей, все-таки старались оставаться незапятнанными. А как вы относитесь к Распутину, к Валентину? Очень хорошо. Деревенская литература, начиная от Шукшина. Шукшин – это… Я могу его перечитывать по многу раз. Знаете, это вот такой… Хотя я на одной ногой только, как говорится, был в деревне, но вот так адекватно деревню, как он, по-моему, никто не написал современную деревню. И, как говорится, и смеешься, и плачешь. Там столько вот сквозь этот, как будто бы смех, сквозь эти шуточки, там столько горя, столько боли. Мудрости какой-то. И, да, сердечной мудрости. Я не думаю, что он был там высококультурным человеком, как о нем говорят, и так далее. Или он шибко образован. Он был очень умен сердцем. И если вы посмотрите «Калину Красную», то на первый взгляд, там никаких особых кинематографических открытий, как у Андрея Тарковского, нет. Но там есть совсем другое. Там есть волшебство вот этого соучастия с тобой. Вот этой боли. Я не знаю даже, как это сформулировать мне вот сейчас, как говорится, на скорую руку. Но я вышел потрясён. Это было перед отъездом, очень случайно. Я шел по улице Горького, мне встретились актеры с Малой Бронной. Они шли на просмотр этого фильма и пригласили меня. Это было мое последнее впечатление перед отъездом из России. Снега и таяния, неподвижности и движения, легкомыслия и отчаяния, сердцебиение, головокружение, ледяная ночь одиночества. На осколки жизнь разбивается, исчезает имя и отчество, и фамилия расплывается. Точно звезды встанут пророчества, обрываются, не сбываются. Владимир Емельянов, хотелось бы все-таки вернуться к вашей литературе, к вашей литературной работе. Вот я помню, что еще был такой сборник, он потом тоже был почему-то запрещен. Вот, он назывался «Тарусские страницы». Да, и вот в этих тарусских страницах, по-моему, была опубликована ваша повесть «Жив человек». Помните, нет, или рассказ? Не «Жив человек», это ошибка. Была опубликована, маленькая была опубликована повесть «Мы обживаем землю». «Мы обживаем землю». Да. В
почему-то вот многие пишут жив человек. И вот мы обживаем землю, и, наверное, так я, как я понимаю, это, в общем-то, начало вашего не литературного пути, потому что вы начинали как поэт, но, наверное, начало вашего пути как прозаика. Это так? Сказать обо мне, что я начинал как поэт, это слишком много для меня. Ну, это... вы писали стихи. У меня есть вот здесь сборнички, я его иногда вынимаю, и потом от стыда мне 3 дня хочется провалиться сквозь землю. Вот. Это была, так сказать, ну что ли, скорее привыкание к литературной жизни через поэзию, довольно примитивную, довольно такую конформистскую. И вот это с этой первой вещи. Первой вещи, правда, был «Жив человек». Я напечатал «Мы обживаем землю» первую. С «Жив человека» начался во мне какой-то перелом. Началось осмысление, в общем, своего положения в обществе. То есть, ну, даже не положения, а своей позиции в обществе. Осмысление процесса, который происходил в нашей стране. Осмысление истории. Во всяком случае, внутренне с этого начался во мне перелом. С этого я начал понимать, что я и зачем я, и что такое мир вокруг меня. Начал. Ну и вот продолжаю понимать до сих пор. И, честно говоря, никак все-таки до конца понять. Ну вот ведь ваши родители, ваша биография, в общем, достаточно драматична. Вы ведь мальчиком остались без родителей. Ваши родители ведь никакого отношения, к, так сказать, к литературе не имели, к литературному труду. Или кто-то был у вас в роду? Ну что, ну и родители из крестьян, которые стали рабочими. Мать служащая была скорее. И я не то чтобы остался без родителей, без отца. Без отца. Первый раз его посадили в 27-м году. Он был троцкистом убежденным, хотя был простым рабочим. Затем его сажали так на праздники периодически, а в 33-м году окончательно. Он вышел в 39-м. После прихода Берии выпустили 8 тысяч человек. Он попал в эту группу, по-моему, 8 тысяч. И ушел на фронт. Через несколько месяцев началась война и погиб. Вот. А затем мать-то у меня оставалась, но я ушел из дома просто. И не то чтобы уж от большой беды ушел. Хотя жили мы очень бедно, это самый нижний слой социальный нашего общества. Вот. Но я очень много читал, мне хотелось увидеть мир. Я, кстати, очень увлекался Горьким. Не знаю, какой я писатель, это судить читателю, но читатель я очень хороший. Ну, вы, так сказать, читали не те книги, которые рекомендовали вам в школе? Ну, и те читал. Вы знаете, я читаю все подряд. Мне не важно, что я должен читать все. Это какая-то страсть, любопытство, я бы назвал. Мне интересно знать все. Знать чужой мир. Вот. Я вдруг открываю, ведь я рукописи очень люблю читать. Видите, они у меня сколько их и сзади, и везде. Вот интересно, человек, всякий писатель, даже не очень интересный, открывает тебе какой-то мир. И мне это интересно. Вот. И даже вы читаете не слишком талантливую литературу? О, приходится как редактору. Приходится как редактору. Знаете, моральный свой кодекс я все для себя установил с 3 мушкетеров. «3 мушкетера»? Да. Знаете, я думаю, что если бы человек прочел достаточно внимательно одну эту книгу, он бы уже был человеком. Даже, казалось бы, вот это. Потому что весь набор таких основных качеств моральных, которые необходимы человеку, там есть. А из русской классической литературы все-таки вот кто для вас самый писатель? Вы знаете, разумеется, сейчас... Это Достоевский. Сейчас. Я считаю огромным писателем Толстого. Огромным писателем. Мы недавно с дочерью перечитали Анну Каренину. Реальности. Теперь модно так скептически относиться. Говорят, к Пушкину у вас. Пушкин – это абрис всего. Пушкин – это мы все. Это это персонификация России как таковой, ее культуры, во всяком случае, ее языка до Пушкина это не было, я считаю, это была, в общем, такая пустыня культурная. Пушкин дал нам все. Если последователи Гоголя, как говорил Достоевский, что все мы вышли из гоголевской шинели, Россия вся, я могу говорить, просто не литература, а Россия вышла
из Пушкина вся. И это настолько неблагодарно к истории к своей, какая бы она ни была. Она была не хуже, не лучше других. Вот. Кстати, все это вызвано публикацией фрагментов из романа Синявского «Прогулки с Пушкиным». И вот мне хотелось бы, во-первых, узнать, как вы относитесь и ко всей этой полемике, и к этому произведению. Я вам должен сказать, как это ни странно, я напечатал положительную статью об этой вещи. Знаете, я так рассуждаю, в общем, такова моя журнальная политика. Если есть такое мнение, я его должен напечатать. Если придет противоположное мнение, я его тоже напечатаю. Но сам я отношусь к этой вещи с огромным омерзением. Вот. Также отношусь и к книге того же автора Гоголя. Ну, не считаю нужным долго об этом говорить. Лучше перейдем к общей оценке всего этого. Да, самой проблемы. Вот я недавно читаю интервью в «Московских новостях» с редактором Октября Ананьевым. Кстати, в самой этой ситуации, в конкретной, я тоже против силовых приемов в полемике. Я против административных решений подобного рода проблемы. Надо полемизировать, если Ананьев позволит. Вот. Так что в данном случае, при всем моем к нему, может быть, сдержанном отношении, потому что я очень хорошо знаю его прошлое, вот, я все-таки на его стороне. Но когда он заявляет в этом интервью, что русофобия – это вообще выдумка, это абсолютная чепуха. Надо же быть трезвым человеком. Надо все-таки понять, что фобии существуют. И не только русофобии, существует франкофобия. Вы знаете, какую уничтожающую книгу о французах написал Марк Твен. Но почему-то, в отличие от нашей интеллигенции, французская интеллигенция свою историю по Марк Твену не меряет, а мы почему-то по Кюстину ее меряем. Вот. История как история, не хуже, не лучше других. Понимаете, и когда он говорит, что ну, они существуют, а с этим ничего не сделаешь. Повторяю, и англофобия, и германофобия. А почему же русофобия не существует? Выходит целая огромная литература по этому поводу, под которой подписал себе Розенберг и Геббельс. Двумя руками, вместе с Гитлером. Ничего с этим не сделаешь. Надо с этим полемизировать. Вот. Но заявлять об этом, это значит апеллировать к кому-то. Апеллировать к определенному слою общества или к определенной группе людей, которые его поддерживают. Но зачем же такими бесчестными приемами? Надо смотреть правде в глаза. То есть не правде, а фактом в глаза. Она существует. Я люблю эти снежные горы на краю мировой пустоты. Я люблю эти синие взоры, где как свет отражаешься ты. Но в бессмысленной этой отчизне я понять ничего не могу. Только призраки молят о жизни, только розы цветут на снегу, только линия вьется кривая, торжествуя над снежной прямой. И шумит чепуха мировая, ударяясь в гранит мировой. Вот роман «Семь дней творения», в общем-то, он послужил причиной, что ли, можно так сказать, причиной
вашей высылки из России. Правильно я сказала? Ну, я вам сказал, это любят люди красиво говорить, что выслали. Ну, в общем-то, никто не высылал. Угу. Поехал я сам. Заявление я написал собственной рукой. Дело в том, что я был поставлен в такие обстоятельства, что другого выхода у меня не было. Потому что вы знаете, когда вас исключают из какой-то официальной советской организации, в том числе и из Союза писателей, вы переходите в другую социальную категорию, то есть в категорию тунеядцев. И с вами могут сделать уже все, что угодно, любой очередной участковый. То есть, если вы не член Союза какого-то, общественной какой-то организации, да, значит, вы тунеядец, да? Значит, какие же у меня были перспективы? Ну, вы, например, могли пойти работать дворником? Вы знаете, ну, мог бы, наверное. Ага. Наверное, мог бы. Вот. Но я, честно говоря, я боялся, что ведь и не оставят в покое и на этой работе. В любое время, ведь я не перестану писать. У меня были тогда еще были амбиции какие-то литературные, были планы. И я уехал. Но назвать это изгнанием в прямом смысле нельзя. Это все красивые слова. Заявление, я повторяю, подавал сам. Но вот лишение гражданства я считаю абсолютно незаконным. Во-первых, во многих, в большинстве государств, даже восточноевропейских, такого закона нет. Даже если человека выдворяют из страны, он все равно остается его гражданином. И передо мной никто не спешит извиняться. Ну, даже не извиняться, но сказать какие-то, ну, просто не по отношению ко мне лично, а по отношению ко всем людям в моем положении здесь сказать какие-то слова. Ну, знаете, просто говоря, сказать, братцы, ну, было дело. Ну, уже достаточно. Ну, уже достаточно. Ну, что ж так получается-то? Опять на коне те люди, которые при всех властях жили хорошо. Вы посмотрите, что творится в нашей литературе сейчас. Ведь это что, все бросили писать книги? Все бросились грызть друг друга. Причем какой тон, какой уровень, уровень коммунальной кухни. Стыдно это все читать. Что тех, что других, простите меня. Как вы считаете, почему так вдруг все это вот так вот зашло? Да вы знаете, для большинства ваших-то телезрителей это покажется смешным. А для меня, как для человека верующего, вот, в общем, ясно. Дьявол. Да. Мы все еще находимся в том же соблазне. Думаем, что уже пошли по другому пути. Нет, мы еще никуда не пошли. А может быть, даже пошли назад, несмотря на внешние атрибуты демократии и свободы. К сожалению, что бы ни то ни говорить, с людьми такого масштаба и с писателями такого масштаба просто непозволительно. Кстати, вот, Владимир Емельянович, я прочитала вот где-то, что вас здесь уже на Западе объявляют неославянофилом. Вы знаете, на Западе, к сожалению, в тех кругах, в которых мне приходится вращаться и работать, если вы не ругаете русских, вы уже националист. И я в группе этих людей в самом начале сказал, мой журнал, или если точнее сказать, наш журнал, никогда не будет ни антитатарским, ни антибашкирским, ни антисемитским, ни антинемецким, но он никогда не будет антирусским. Этого было достаточно, чтобы зачислить меня куда угодно. Но трудно обвинить, долго обвинять человека, который может защищаться текстами. А текстов моих это 62 номера «Континента». И если Андрей Сахаров с первого до последнего дня своей жизни был членом нашей редколлегии, то я думаю, что мы можем считаться вне подозрений в этом отношении. В моей редколлегии также с первого дня Иосиф Бродский, Милован Жилос, Эжен Ионеско, в моей редколлегии представители Польши, Болгарии, Румынии. Если бы этот журнал был таким уж на эти националистическим, я не думаю, что кто-нибудь из них остался бы в нашей редколлегии. Нет. У меня журнал
Это сейчас слово уже скомпрометировано, интернациональный, но именно интернациональный в христианском смысле слова. Что для вас? Нет ни эллина, ни иудея для меня, а есть отдельный человек, отдельная личность. Какими критериями вы руководствуетесь при отборе произведений для вашего журнала? Художественность прежде всего, актуальность, наверное, актуальность или все вместе? Актуальность вторична, прежде всего уровень. Но так как журнал у меня общественно-политический, литературный и религиозный, я должен учитывать, конечно, в других разделах своего журнала, если разделывать не только литературную актуальность проблемы. Но даже в актуальности я не вижу главного. Я хочу даже, чтобы в этих разделах, там, Россия, действительность, там, Восток-Запад, восточноевропейский диалог, печатались статьи, которые жили бы, которые не умирали бы через там, месяц или два, когда кончится очередная проблема. Да. Вот. Чтобы эта проблематика была все-таки более широкой и более всеохватывающей. Статьи, которые бы, как говорится, оставались так же, как и литература. Это трудно сделать, потому что мы все-таки журнал, а не антологии. Мы выбираем не лучшее, отражаем литературный процесс. Но стремление у нас к этому есть. Сейчас, кстати, мы немножко пересматриваем концепцию в том отношении, что уже какими-то политическими открытиями, ну, никого не удивишь в Советском Союзе. Иногда читаешь советские журналы или газеты, ну, господи, боже мой, что уж мы там, дети просто. А он же сколько шум был бы по поводу письма десяти. Уж этот документ теперь кажется абсолютно детским и невинным. Не удивишь. Поэтому мы постараемся все-таки больше сосредоточиться на эстетической стороне дела. На эстетической, не оставляя, разумеется, современных проблем. Владимир Емельянович, вы давайте вернемся все-таки опять к тому роману «Семь дней творения». Когда-то вот он на меня, наверное, не только на меня произвел очень большое впечатление, потому что он написан, как вот мне кажется, в традициях русской классической литературы. Как сейчас вы относитесь к этому роману? Как он писался? Вот как он был написан тогда? Как он родился? В общем, как вы все это уже в то время поняли и, значит, каким-то чувством предвидения вы, видимо, обладаете? Если рассказать историю романа, ну, история романа практически история нашей семьи. Да, мне давно хотелось об этом написать. Вот. Герой – это мой дед, это любимый человек в моей жизни, самый любимый. Вот. И последние его слова были, что я хотел увидеть Леву. Меня в юности звали Левой. Это все не мое, то, что я сейчас. Все детдомовское. Там получил. Вот. И только этот замысел меня с самого начала мучил, после того, как я, во всяком случае, приступил к прозе. Мне хотелось в какой-то большой формы. И большая форма, самая доступная, это семейная хроника, семейный роман. Потому что там сосредотачивается весь твой опыт, весь твой жизненный человеческий опыт. В общем-то, в целом, лет до 20 у человека опыт, затем он его эксплуатирует, более ничего. Он едва ли что прибавляет после 20. Можно осознавать что-то, можно, но в целом общие такие понятия жизни, общие накопления в памяти – это все дело юности, дело молодости. И так как это была самая доступная форма и самая интересная для меня, мне хотелось бы об этом обо всем рассказать. Мне кажется, что наша семья очень характерна для истории нашего общества. Это рабочие, вышедшие из крестьян, коммунисты, люди, которые, так сказать, участвовали в гражданской войне, и отец, и дед мой. Вот. Люди, которые даже внутри партии были по разные стороны баррикад. Отец был троцкистом, а дед сталинистом. Все прошли, большинство, во всяком случае, через лагеря. Вот. А уж остальное, следующее поколение, через лагеря уже и не по политическим мотивам. Началось разложение общества со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так что мне казалось, что это очень типичная семья.
И я на ней хотел выстроить свою историческую концепцию, к чему мы пришли. И если я вам бы передал, если бы вы прочитали своим телезрителям мое прощальное письмо в Союз писателей, которое процитировано, но, к сожалению, оно процитировано только вторая половина. А там главное в первой половине. Это всего одна страничка текста. 15 мая 1973 года секретариату Московской писательской организации Союза писателей РСФСР от Максимова Владимира Емельяновича. Я сын и внук потомственных пролетариев, сам вышедший из рабочей среды, написал книгу о драматическом финале дела, за который отдали жизнь мой отец, мой дед и большая часть двух восходящих ко мне фамилий. Эта книга для меня – результат многолетних раздумий над удручающими и уже необратимыми явлениями современности и горчайшего личного опыта. Если вы, оставшись наедине с собой, непредубежденный и мужественно взгляните в лицо действительности, у вас, я уверен, возникнет множество тех же самых «почему», какие одолевали меня в процессе работы над романом. Почему в стране победившего социализма пьянство становится общенародной трагедией? Почему за порогом полувекового существования страны ее начинает раздирать патологический национализм? Почему равнодушие, коррупция и воровство грозят сделаться повседневной нормой нашей жизни? Где истоки всего этого? В чем первопричина такого положения вещей? Вот примерно те вопросы, которым я задавался, садясь за работу над книгой. Не знаю, удалось ли мне с достаточной убедительностью ответить хотя бы на один из них, но у вас нет оснований сомневаться в искренности моих намерений. Мне трудно судить, кто и почему заинтересован в том, чтобы загнать болезнь глубоко вовнутрь. Но в плачевном исходе такого рода лечения я не сомневаюсь. Последствия не поддаются учету, бедствия и исчислению. Если наше общество не осознает это сегодня, завтра уже будет поздно. Владимир Емельянович, если мы вернемся опять к вашей литературной работе, здесь, в Париже, за рубежом, написаны крупные произведения, врезанные романы о Колчаке. Почему вас эта тема заинтересовала? Будет ли этот роман? Я слышала, что будет опубликован тоже у нас в России. Вы знаете... Заглянуть в бездну? Это не здесь заинтересовало меня, это еще там заинтересовало. И у нас должна была быть встреча с Тибиревой, и была назначена. И начались эти вокруг меня игры всякие, когда было уже не до чего. А меня эта история любви вот это интересовала. Это ведь книга не столько о Колчаке, сколько книга как раз о любви и одиночестве. Как, вот два человека на фоне вот этого страшного, трагического распада. Два человека рядом. Вот. Об этом книга. И там сам Колчак и вся эта, как бы сказать, гражданская война уже только фон. Так что это не только здесь меня заинтересовало, это заинтересовало меня давно. Во мне книги созревают подолгу. Я их пишу быстро, а они созревают очень долго. Это, знаете, Рене Клер сказал, фильм уже готов, осталось его снять. И снимал фильм за 21, за 22 дня, за 3 недели. Так и здесь. Он складывается, складывается, а потом я уже сажусь и запою, пишу. Пишите вы быстро, да? Да. Вот, то есть сам процесс... По сравнению с другими писателями, я считаю, что быстро. Во мне сложилась книга, я ее вылил и забываю. И не заглядываю в свои книги. Ну, иногда по делу, если мне требуется дать отрывок или что, не более того. Вот. Но до этого я написал книгу, к которой отношусь тоже вроде неплохо. Там, по памяти опять долго. Не заглядывал в нее «Ковчег для незваных». Да. Это послевоенная история вот этой вербовки из Центральной России на Курильские острова, которые закончились вот этим знаменитым цунами в 46-м, по-моему, году, которые смыли все с этих островов. Вот.
И затем я написал здесь вторую книгу «Прощание из ниоткуда». Это биографическая книга. Я написал... Это вторая, первая была написана. Первая была написана в России, а вторая здесь. Затем я написал несколько пьес. Вот сейчас я пишу такие пьески не в свойственной мне манере, несколько сюрреалистической, одноактных пьес, серии одноактных пьес. Вот, и написал книгу публицистики. Но это, она, так сказать, есть закономерно, естественно. Это, так как мне приходится все время выступать, все время писать статьи для газет, для журналов западных и русских, конечно, и для радио. Я в прошлом сотрудничал с радиостанцией «Свобода». Я их собрал в отдельную, лучшие из того, что я сделал, я собрал в отдельную книгу. Но, ко всему прочему, я считаю своим главным достижением этого 62 тома журнала. Да, журнала книги. Останутся ли мои книги или нет, я считаю, это все равно останется в истории русской литературы. Это все-таки 16 лет, туда вложено очень много. Мне хочется думать, что это останется. Да, будем надеяться. И еще, Владимир Емельянович, вот если вернуться опять куда-то уйти, если вернуться в 60-е, в 70-е годы, вот когда вас исключали из Союза писателей СССР, вы написали, сейчас можно сказать, знаменитое письмо. И в этом письме, я тоже цитирую недословно, была мысль о том... Я прекрасно осознаю, что меня ждет после исключения из Союза. Но в конце пути меня согревает уверенность, что на необъятных просторах страны, у новейших электросветильников, керосиновых ламп и коптилок сидят мальчики, идущие следом за нами. Сидят и, наморща сократовские лбы, пишут, пишут. Может быть, им еще не дано будет изменить скорбный лик действительности, да литература и не задается подобной целью. Но единственное, в чем я не сомневаюсь, они не позволят похоронить свое государство втихомолку. Сколько бы ни старались преуспеть в этом духовные гробовщики всех мастей и оттенков. Со всей ответственностью. Владимир Максимов. Вот эта надежда оправдалась? Она оправдывается. Но во всяком случае, я должен сказать этим мальчикам, пользуясь, так сказать, вашим любезным предложением, или содействием, вернее, я хочу сказать этим мальчикам, передача состоится, что журнал существует для вас. Владимир Емельянович, ну вот вы, значит, за рубежом 73-го года. 74-го, да. А так вот, ну это, конечно, обширный вопрос. Что для вас эмиграция? Что для вас эмиграция? Эмиграция – это очень тяжелое испытание. Это очень тяжелое испытание, потому что это даже не социальное состояние. Я часто об этом говорил. Не социальное, не культурное состояние. Это психологическое состояние. Это состояние побежденных. Это самое тяжелое состояние для человека. И где тоже уже перестают существовать какие-либо моральные критерии, эстетические. Уже ничего нет, и все можно, и все дозволено. Неужели? Это для меня самое тяжкое, к сожалению. И для вас, ну неужели вы можете сказать, что для вас тоже все можно и все дозволено? А вот для меня и не дозволено, поэтому мои противники, не будем опять называть фамилии, которые, чтобы не дразнить гусей, они так и выражаются с разговорами о морали к Максиму. Вот так, да? Это очень тяжелое испытание. Я бы... Хотя я знаю, ко мне многие приходят, говорят, как тяжело, как трудно, и нельзя ли, может быть, здесь где-то. Я все-таки, если бы был сейчас там, держался бы до последнего. Не уезжал. Никому я не советовал бы этого. Никому. Кроме тех людей, для которых социальные цели – это главные в жизни. Для тех людей – да. Кто едет за улучшением своего социального положения, он должен ехать. Если люди молодые, особенно если в молодом возрасте, это может быть даже
к лучшему. Пусть этот балласт, заинтересованный только в этом, уедет. А люди, которые действительно озабочены судьбой своей страны, люди, которые даже озабочены своей личной творческой судьбой, им бы не посоветовал. Это удивительно, потому что даже здесь, вы знаете, мы снимали разных и писателей еще, и художников, и первые, ну так называемые первой волны миграции, и третьей. И мы слышали совершенно противоположные суждения, что здесь рай, что здесь рай земной. Для кого-то может быть и рай. Я часто иногда на какой-то литературной конференции один писатель, так также вызывающий, такой писатель-то, в общем, по-моему, плохенький, тоже не буду называть фамилии, но так и вызывающий сказал, я вообще не русский писатель. Кто-то ему с зала остроумно, по-моему, Юс Олешковский крикнул, ну да, ты цитрусский. Вот. Ведь многие этим кокетничают. К сожалению, даже люди, в которых я верил, хорошие люди, и среди художников, такое вызывающее, мы никакого отношения к этой стране не имеем, к ее культуре, мы люди космополитического плана, а некоторые просто стали там французами, то есть или французскими патриотами, или немецкими, или там американскими. Это личное дело каждого. Я вам ни за кого, Татьяна Сергеевна, не говорю. Я вам высказываю только свою точку зрения, свое ощущение миграции. Хотя, честно говоря, я живу далеко не хуже всех, мягко говоря. Хорошо, Владимир Емельянович, ну вот мы говорили о свободе, свобода творчества, внутренняя свобода. Что это для вас? Вы чувствуете, что здесь вы свободный писатель, художник? Вы нигде не будете свободны. Есть здесь опять-таки социальные свободы, есть хорошо наработанная цивилизация, законодательство, и оно регулирует жизнь общества. В остальном же люди везде одинаковы. И свобода твоя всегда с тобой. И вас могут, я имею не в правовом смысле, а в профессиональном, задушить здесь получше всякого КГБ. И поискусней КГБ. И делают это. Понимаете? Это тоже через это надо пройти. Это тоже испытание. Вот. Поэтому в конечном счете это свобода только с тобой. А если ты свободен, ты везде свободен. Внутренняя свобода, да? Ну, а внутренняя свобода, есть внутреннее одиночество, как вы считаете? Одиночество – это судьба человека. Чем вы старше, тем более одиноки. Но это все равно здесь ли, в России, ли, в другой части. Но самым одиноким мы будем с вами на смертном одре. Одиночество – это нарастающее качество человека с возрастом. А человек по определению одинок. За все зависит только от ощущения этой трагедии. Если бы у вас не было этого ощущения внутреннего, вы бы, наверное, не написали ваших книг. Да, разумеется, я вам должен сказать. Но это еще и в конечном счете такая и достоинство, и трагедия для человека. Потому что оно может быть благотворно для того, что ты делаешь, но оно очень разрушительно для твоей души. Ты отъединяешься одиночество. Все-таки человек тянется к соборности, тянется к единству. Человек хочет слиться со всеми в единое тело. Он думает, что все-таки что-то еще кроме него существует. Я не знаю, как это вот на скорую руку сформулировать. Я говорю, это и хорошо, и плохо. И хорошо, и плохо. Для творчества хорошо, для жизни плохо, так проще говоря. Ну, коли вы заговорили о соборности, вот как вы считаете, сейчас даже у нас, я уже вам говорила о том, необычайный интерес вот к литературе русского зарубежья, даже несколько такой экзальтировали. Ну, как вы считаете, возможно в ближайшие годы объединить литературу, творящуюся здесь, за рубежом, литературу русскую, и литературу, создающуюся внутри страны. Можно это соединить? Или есть какие-то барьеры, которые это разъединяли и будут разъединять впредь? Татьяна Сергеевна, ведь насильно ничего не соединишь. Это или само по себе соединится, или не соединится. Вы понимаете, я думаю, процесс сам себя регулирует.
Если суждено ей стать одним руслом, значит, суждено. Если нет, волевым актом вы этого не сделаете. Ну, конечно. Я убежден, что такая страна, причем проходя через такие испытания, не может не дать большой литературы. И вообще в культуре открытий не может не дать. И я убежден в этом. Может быть, я ошибаюсь. Все-таки верите ли вы в то, что сегодня, когда уровень культуры как-то заниженный у нас и, наверное, на Западе, верите ли вы в то, что культура, литература, что объединит людей? Культура, литература, религия? Вы знаете, нет какой-то одной такой части спектра общественного, которая бы взяла на себя такую ношу объединить или могла бы это сделать. Едва ли это всем вместе надо делать. Это каждый должен сделать свое дело. Что же касается понижения культуры, то он должен сказать, что здесь-то уж она совсем, как говорится, истощилась. Потому что демократия при всех ее достоинствах, она это не выбор лучших. Это выбор себе подобных. И поэтому цивилизацию социальную демократия способна повысить и добиться в этой области огромных результатов. А с точки зрения культуры, знаете, это очень проблематично. Потому что наступает эпоха масс-культуры. Наступила. Да. Вот. И если критик Рассадин в «Огоньке» заявляет, что вот, догордились, самая читающая страна, самая читающая пикули страна. Нет, это совсем не так. Здесь пикули читают в 10 раз больше, чем в Советском Союзе. Это, естественно, это такая тоже литературная, что ли, масса, то есть не масса, а такая среда, которая имеет право на существование. Но у нас читают и Платон, сотни тысяч, у нас читают и Булгаков, у нас сотни тысяч Мандельштама, миллионные тиражи у толстых журналов, самый лучший журнал французские, «Спри», где печатаются лучшие умы Франции, 2000. Там миллионы. Это здесь просто невозможно. Да, между прочим, я должен сказать, что и книг критика Рассадина на полках магазинов не лежит. А здесь, да, в Советском Союзе. А здесь литературоведческих книг вообще никто не читает. Это только потребление для академических кругов. И если уж что-то есть у нас, то это читать. Уж не надо плевать в колодец. Уж не надо доходить до такого мазохизма, но все у нас плохо, и все за границей лучше. Понимаете? Но это настолько провинциально и настолько убого, что смешно это слушать и читать. Уж читатели-то, призываю вас, не отталкивайте. Уж читатель-то только и остался в России. Ведь величайшие люди здесь, в литературе, волочат жалкое существование зачастую. Тираж нашего провинциального издательства, там 30 тысяч, предположим, здесь уже бестселлер. Ну, конечно, у вас душа болит за Россию, за все, что делается у нас. Ну, конечно, потому что я этим живу, я сложился в России, я все-таки выехал 44 лет от. Это сложившийся человек, окончательно сложившийся, который уже не может себе принять. Я ведь не знаю языка, никакого языка. Моя жена говорит по-английски и по-французски. Дети, конечно, говорят тоже по-французски, по-английски начинают говорить. А я не знаю языка. Я живу с проблемами этой страны, языком этой страны, болями этой страны. И Россия для меня, вы знаете, это понятие не то, что какие-то чистопородные русские в русском паспорте, то есть, если назвать русский паспорт, дореволюционный, не было слова «русский», было слово «российский подданный». Не от этого зависит, а от того, принимаешь ли ты эту культуру, принимаешь ли ты эту цивилизацию. Не принимаешь, но отряхни ее прах со своих ног, тем более, что сейчас границы открыты. Что ж уж такая ненависть к этой стране? Поэтому я думаю, что в
выход только в общенациональном примирении вокруг судеб культуры, вокруг судеб нашей цивилизации русской, какая бы она ни была, российской, извините. Игра судьбы, игра добра и зла, игра ума, игра воображения. Друг друга отражают зеркала, взаимно искажая отражение. Мне говорят, ты выиграл игру, но все равно я больше не играю. Допустим, как поэт, я не умру, зато как человек. Я умираю. Я человек, который очень привязан к своей стране. Громко говорить к своему народу, надо спросить у народа, нужен ли ты ему. Вот. Но, во всяком случае, я часть этого народа, из самого его массового слоя. Я, может быть, кричу этим 100-миллионным ртом, потому что за них еще никто не кричал. Понимаете? Потому что я плоть от плоти этого вот самого массового слоя нашего общества. И я человек привязанный и к своей родине, и к своим, и к ее проблемам. Я и сегодня живу только этим, живу тем, что там происходит.